А в Панковке сегодня громко привлекали внимание к проблеме детской безопасности на дороге. По улицам поселка прошел настоящий парад. Во дворе Панковской школы собрались ученики трех классов, их педагоги и сотрудники ГИБДД. Маленькие участники акции были в ярких жилетах, а плакаты в их руках обращали внимание на цель акции. После короткого вступления яркая колонна двинулась по улицам поселка. Возглавил шествие патрульный автомобиль. Не обратить внимания или не услышать этот парад безопасности было невозможно. Уважаемые водители, заметив вблизи проезжей части ребенка, проявляйте повышенную осторожность. Будьте внимательны среди живых и травмированных. Акцию провели в последний учебный день третьей четверти. В большинстве школ, в том числе и в Панковке, с понедельника начинаются каникулы. А значит, у детей будет много свободного времени, которое они смогут провести на улице. Чтобы избежать трагедии, все участники дорожного движения должны быть начеку и соблюдать правила безопасности.